Приветствую вас, и из вашего описания можно сделать вывод, что все основывается у вас на страсти, на влюбленности, а вот конкретно серьезных чувств, серьезных отношений у вас как таковых нет. Связано это вот с чем. Дело в том, что кроме любви, кроме влюбленности, кроме восприятия человека, женщина в узком смысле, то есть как именно как женщина, для отношений крепких, для семьи нужно воспринимать ее еще и в других ролях, в других ипостасях, а именно как личность, как человека, как социального индивида и как носителя своих негативных сторон, своих желаний и потребностей. Необходимо обладать пониманием этого человека, иметь желание узнавать его, познавать. Только так вы можете построить отношения крепкие, долгосрочные и искренние. У вас же получается, что вы слишком сильно торопитесь сходиться с девушкой. У вас любовь, вы думаете, что это навсегда, активно развиваетесь, активно вкладываете, а потом чувства поугасают, и вы разочаровывайтесь. Так будет всегда, если вы будете воспринимать девушку исключительно как женщину, то есть в узком смысле. Старайтесь общаться с женщиной не только как мужчина. Старайтесь общаться с ней как человек. Старайтесь задавать как можно больше точек, где вы могли бы взаимодействовать между собой. Создавать как можно больше тем для разговора. Находить совместное увлечение, хобби. Не бояться быть с ней слабым. Не бояться рассказывать ей свои самые сокровенные, самые личные страхи, если вы ее любите. И тогда у вас будет возникать к человеку привет. Тогда у вас будет возникать к человеку другое чувство, кроме любви. Это чувство уважения и понимания. Вы будете чувствовать, что девушка понимает вас, что девушка слышит вас, что девушка отвечает вашим требованиям, вашим желаниям и старается их удовлетворить. И вам не захочется при таком раскладе менять ее на кого-то еще. И не остановит вас охлаждение чувств. Потому что чувства — это не единственное, на чем строятся отношения. Хотя они и важны. То есть в итоге можно сказать несколько моментов. Первое. Не спешить сближаться с человеком. Получше его узнать именно на начальных этапах, когда вы еще вместе не живете, когда еще между вами нет крепких отношений и прочее. И расширять свое восприятие женщины с женщины в узком смысле до полноценного человека, личности, носителя своих интересов и недостатков и достоинств. Уметь принять человека таким, как он есть, со всеми его достоинствами, плюсами и минусами, и является необходимым условием для создания полноценных семейных отношений. Если вам это сделать сложно, то тогда тем более
торопиться, сближаться не стоит. Дайте себе время, получше, как можно лучше узнать человека, именно пока вы находитесь на начальных стадиях отношений. И, как я уже сказал, обязательно организация совместного досуга, совместных каких-то времяпровождений и прочего. Помните, что отношения — это работа. Это не стремительный полет. Отношения выстраиваются. И выстраиваются годами. И тот человек, зрелый, сильный, готов к семье, который не из чувства своей слушает, а который человека рядом с ним слышит. Вот если вы будете так ориентировать свою деятельность, то у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.